Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Xenoblade Chronicles 2. В конце прошлой серии нас проглотил Титан Урая, и теперь мы должны найти путь к другим обитателям этого Титана, чтобы найти путь наверх, выбраться и продолжить свой путь к Элизиум, а именно на вершину Мирового Дерева. Так, а долго там еще Коре надо бегать? Ну да, еще прилично, еще 1500 шагов ей надо сделать. Так. Какие-то твари летают. И у нас здесь получается путь наверх и путь вниз. И куда мы пойдем? Ну, давайте попробуем попасть вниз. Жук стоит, сторожит. Ну, и следовало ожидать, что он внезапно на нас сагрится. Ну, и, кстати, он слаб против электричества, так что Кора здесь должна пригодиться. Как-то мы будем очень долго его бить, похоже. Агрессивный краб жить мешает. Если Тора сможет второй раз прожать землю, мы попробуем электричество третью комбо завершить. Так, мы пока время есть, ждем, смотрим. Наблюдаем за развитием. Успеет? Похоже, нет. Ладно, давайте. А, не успел. Вот время Кора уже набрала четвертый уровень. Поэтому внепланово пробьем. И вообще мы очень долго его избиваем. Прям капец как долго. О, наконец-то. Вот стоило ли оно того? О, там какой-то квест лежит. Так, аккуратненько, бочком, бочком. Загадочная записка. Пожалуй, нет, мы не будем делать ее активным, потом разберемся с этим. Ух ты, а ты тут был всегда? Ну, так, нет, 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 все долой. Господи, еще здесь. Я передумал. Мы пойдем поверху. Где этот краб пришел за нами и сюда? Или делать тебе нечего, что ли? Блин, еще и летучая мышь присоединилась к процессу. Кто-то здесь в Урае все довольно-таки агрессивно настроены. И у всех явно какие-то претензии к нам есть. Так,
чуть-чуть хила. Нам остается бегать и собирать штучки, пока все не померли. Просто что здесь вообще происходит? Там еще Тора умудрился помереть. Где Тора лежит? А, Тора жив. Так. Сейчас я помру. Надо хилиться. Давай, Драмарх. Ай, не успел выхилить. Так, кто нас поднимет? Рекс. Хорошо. Мы все еще живы. Сейчас Тора помрет. Так, нет, нет, быстрее. Так, мы кого-то убили. Тора, я делаю все, что в моих силах. Так, хорошо. Так, хорошо, хорошо. Последнее осталось. Не знаю, как, почему это все нас втянуло в какие-то разборки вселенского масштаба просто. Задача бегать, собирать скляночки, пока Рекс с Торой там все вон сейчас порешают. Долго, муторно, и мы чуть не погибли. Так, это мы собрали. Пожалуй, туда вниз мы больше ходить пока не будем. А как только Коря наконец отпечатывается, вот эти вот 5000 шагов, мы сможем снова взять управление за Рекса, и как-то попроще все должно стать. Собираем всякое. Нам вот мы, ага, вышли на нужный уровень, теперь просто вперед идти. Так, а ты даже не смотри в нашу сторону. Во, смотри, а если мы бы шли снизу, то вот здесь пришлось бы просто залезть наверх. Но мы потом исследуем это место, когда будем морально готовы. И физически. Что нас здесь ждет? If I remember, the Urion Titan has a translucent hide. I bet that'll be the light filtering through. So the Titan must be above the clouds now. I dare say. If we can make it to the source of the light, maybe we'll find a way out of here. Hold it! Ну, здрасте, а вы кто такие? И что вам тут надо? Looks like a bunch of mushes I ain't seen yet. You gotta have pretty damn bad luck ending up in a Titan's guts like this. Huh?
that blade. An emerald core. Ну, естественно, Пайри тут же все узнали. So, the rumors are true. Huh? What rumors? The tale that every driver worth his salt knows. The legendary Aegis. Folks been saying she just woke up from a 500-year nap. Wouldn't have thought. Слухи распространяются весьма, весьма быстро. You think I don't have what it takes? No, I mean, maybe you could handle a normal blade, but a greenhorn like you with a beaut like her, don't kid yourself. Come on, boy, hand her over to a grown-up. This crap is getting old. Leave her alone. You got heart, kid. I like that. You, Zuo, you take care of the others. I want to squash the kid. Leave it to us, boss. We'll take real good care of him. Ситуация выходит из-под контроля, и теперь придется снова драться за Пайру. А, тут нам говорят, что если мы нажмем вот на эту стрелочку влево, то мы сможем концентрировать всех союзников на нашей цели. Так, я думаю, надо начинать с мелких. Сначала убрать тех, кто послабее, потом уже заняться всеми остальными. Упор Тора очень неплохо таки впитывает в себя урон. Делает все правильно. А именно это нам и надо. Слишком хорошо блокирует удары. Так. Но мы это больше не для того, чтобы нанести дамаг использовали, а для того, чтобы выхилить. Потому что это особенность Драмарха, ну, Special 2. Он уже и хилит сразу. А именно это нам и надо было. Так, мы этого Зуа почти завалили. Если он перестанет блокировать наши удары, все будет гораздо проще. Так, один в минусе. Так, это Ван Дам. Не, давай вот этого бить. Так, хорошо. Рекс, ты идешь? Нам тут как бы... Вот, огня бы надо сюда. О, вот это сейчас неплохо было. Все, и остался последний, Ван Дам. И макаронины болтаются. Связи. Давай, Тора, нам нужно, чтобы ты второй раз использовал. Тора, давай, нам нужно второй. Вот, хорошо. Ой, мы сейчас сможем выдать сразу и завершение комбо, так еще и... четвертым спешалом. О, неплохо.
Только где дамаг? Похилили. Вот воздух был бы, можно было бы и закончить это комбо, но увы. Ну, видимо, все наши драки и прокачка не пошли даром, потому что мы вполне успешно справляемся с ним. Все, почти победили Ван Дамму. Все готово. Че, япнулись как следует. Он заставляет Рекса защищаться. Something feels different. This man, he's... That all you got, mate? Pathetic. We'll show you what me and Pyra are made of. He dodged. Он увернулся, даже особо не напрягаясь. Рекс так быстро атакует, что у Пайры не хватает сил поддерживать энергию так быстро. И Рекс потратил все, что было. Если бы Ван Дамм хотел, в этот момент Рекс был бы мертв. Channel it into our weapons and let rip with an art. But you gotta be careful. There's a limit to it. If you go in all bullheaded like that kid, even that Aegis of yours is gonna run out of energy before long. Рекс своими атаками высосал из Пайры всю энергию. What? Huh? The name's Van Dam. I run a little firm out of the nearby village. Firm? Come on. I'll treat you to some grub as thanks for letting me take a whack at the legendary Aegis. Just then, I realized while we were fighting, I sensed from the very start that he didn't mean us any real harm. Пайра поняла, что он с самого начала не собирался причинять им особо вреда. Была своего рода тренировка. Или ему просто было наиболее интересно посмотреть на Иджес в бою. О, отлично, мы находили. Так, нам надо победить 6 игон здесь в Урае, чтобы Кори прокачалась. И кроликов надо побеждать. Хорошо, так, Драмарху. А, здесь волхов в Урае надо побеждать. И волфа в гармонии. Ясно. Дальше идем. Так, на Фоник Шторм. Разговаривать с напонами. Это еще разобраться надо. Так, Пайра. Пересы в гармоте. А это пока все еще ждет своего шанса. Прекрасно. Так. Мы меняем их местами. Элит хиллер. Так, а третьего, да, третьего мы пока все еще не можем поставить. А,
И просто еще и Рекса. Все. Не свое находило, можно продолжать теперь. О, а если мы ею не управляем, то Драмарх бежит за ней рядом. Если мы управляем ней, не едет на Драмархе. Это забавно. Нам надо наверх, но, естественно, мы не забываем пылесосить все, что попадается по пути. Куда? Туда. Хорошо, сейчас мы туда пойдем. А там завал, который мы пока пройти не можем. Правильно. Сейчас соберем, что здесь есть. Всякие. Все равно это все потом пойдет на крафт чего-либо. Либо на продажу, либо на прокачку. Все не зря. Все в дом, все в дом. Мы прибыли в Гарфонд. Маленькую деревушку. Hell of a story. So you headed to the World Tree to reach Elysium, but got swallowed up whole instead. You got some crazy luck. So, what were you doing back there then? You know this Titan. It ain't too fussy about what it eats. I went down there to see if anything we might need in the village washed up. But mostly I only found your sorry mushes. Они ходили посмотреть, что там могло намыть, и чтобы быть полезным в деревне, там всякие... Господи, слово-то какое. Supplies. Забыл, как по-русски? Вот, дожили. Всякие припасы полезные. Of dispatching drivers and blades здесь all across находятся наемники. Took them in while on the job. Дети, сироты. Take them under your wing. Just till they're able to make it by themselves. И он взял их под свое крыло. Might grow up to be drivers, like ourselves. But then others might become tailors. Doesn't matter what they want to do with their lives. We leave it up to them to decide. Aye, us justice busters just want to help. Good eggs, huh? You said it. Такой грозный и страшный вандал на самом деле, очень добросердечный. All this egg talk's making me hungry. Рекс это понимает и улыбается. Ну и, конечно же, здесь тоже квесты есть. Будем их собирать, а потом будем делать их как-нибудь, как придет время, если они не делаются сразу. Хочет, чтобы мы пособирали кучу всякого инвентаря для него. Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. Так, а что здесь по поводу этих? Хил. Мы можем увеличить урон. Ну, копии это точно нет. Ну, слушайте, да, неплохо. Так, Пайри точно. Перун, да. Опи нет. Вообще нет. Драмарху, я думаю, пусть будет.
и Кори пусть будет. Пусть они бьют посильнее. Все на пользу, с учетом того, что дальше враги точно не будут попадаться слабее, чем уже были. Так, а что мы здесь можем? Можем увеличить силу первого спешала. Ну, такое себе. Вот это было бы неплохо. Но у нас таких вещей в инвентаре и подавно нету. Ладно, оставим как есть. Что у нас тут? Всякое. Тем очень давно не смотрели, что вообще по предметам мы ловим. Потому что там постоянно что-то с кого-то выпадает. Увеличиваем так на 400 и силу на 20. А, да, давайте по редкости. А, фигня. Ну, тут мускул белт. Мы давайте с третий. Ну, такой самый редкий по сравнению с одиночным. Было бы совсем неинтересно. Так. Эфир нет. А, все, вот эта штука, которую мы получили тогда за квест, восстанавливает 5,5% хп, когда мы делаем автоатаку. Для Рекса, в принципе, полезно. С учетом того, что... Хотя, может, Тори... У Торы ХП, по идее, больше, он же танк, и значит, за автоатаку он себе восстановит больше. А Рексу, наоборот, упор все-таки на делать в силе. В принципе, тут из таких наиболее редких уже ничего не добавишь, так эфир. Урон автоатаки увеличить на четверть. Неплохо, а давайте, пусть будет. Так, у Торы. Так, на Pawn Mask. Это мы оставим. А у нас других, кстати, и нету на Pawn Mask. Да? Да. А автобалансер мы заменим. Очень хороший вопрос, на что? Вот на вот эту штуку, да. Не, у нас вообще тут никакая. Не приодетая ходит. А, да, давайте ей эфир увеличим. Блин, вот это, наверное, Торе надо дать. А это, чтобы она более выживаемая была. Да. Ну, попробуем вот так. Здесь что мы можем прокачать ему? Вот так. И, в принципе, все. Не, так, скорость. Да, давайте ей скорость, чтобы она уворачивалась лучше. Рексу. Вот так вот. Nice one. Вот так вот. Надо 600. 600. И еще чего надо. И по оружию сразу посмотреть, что мы можем с этим сделать. Так. Сюда. Ну и в принципе все. Здесь... Так. Рексу. Я вот думаю, может вот эту штуку 240, хотя там дамага больше. Ладно. А копейку вот сюда.
Насекомых можно бить больнее. Очень полезно, спасибо. Ну ладно, пока оставляем все так. Тут еще можно потратить денег кучу в магазинах. Я так полагаю, что уровень урая нам тоже надо вкачивать. Поэтому... А все? Ага, все, деньги кончились. Извините, пожалуйста. Ладно, мы еще не настолько богаты, к сожалению. Чтобы вот так вот прийти в магазин и просто купить вообще все. I'm going to get some water. Bandam? Cheers, love. Give me a beer. Beer? Coming right up. What's up? The grub don't suit you? So, do you fight in wars too, Van Damme? You got a problem with mercenaries? Rex решил поговорить по душам. Shrimps like you, we're not that desperate. Relax. Okay. Good to know. Rex, you're a salvager, ain't you? Yeah. You must have fished out your share of military supplies, right? You're fine with that? Nah, I don't want to get involved with it. It's all the same. Compasses, valves for ether stoves. Armies need all these things. That bread you're eating, it's made from Ruska flour, supplied by the Ardanian government. This world's full of war. Don't matter if you're a soldier or not. As long as you're alive, you're in the war, some way or another. Don't you think? Life can be cruel. Crueler than you know. That's why I set up this little band, so I could protect the people I care about. Вандом говорит правильные вещи, что мир жесток, война происходит, и нужно выживать как можешь. Хочешь ты быть втянутым в это или не хочешь? Ну, они же не доели даже. Куда-то он нас собрался отвезти. Мы только что уже прошлись по всем магазинам, Рекс, ты опаздываешь. Так, вот тут еще квест дают. Потерялся ребенок, надо бы его найти. Ну, найдем, как найдем. Квест к сведению мы приняли. Это Блейд Ван Дамма, Рок.
И он использует двойные лезвия. И у Ван Дамма только один блейд. We just got a job to go check out some kind of crazy energy effect somewhere up around the blowhole. What do you say? Fancy being a mercenary for a day? Ван Дамм решил взять на задание наемников нас с собой. We don't work for free. Don't worry, kid. You'll get paid. Мы можем Ван Дамма взять себе в тиму, но мы, пожалуй, не будем. У нас и так хорошо все сложено. Какая тут тусовка, однако. Собралась. Птицы какие-то, вон растения ходят. Хочу с ним... Ай, я не хотел с тобой связываться, я просто хотел собрать рыбу. Наверняка ж там рыба будет. Ну и ладно. Придется драться, к сожалению. Так, он боится огня, поэтому Пайра, давай, кружись. Так, хорошо. Если не успеет второй уровень перейти, мы можем Пайрой бабахнуть и на третьем уровне способностей. Так, давай, Ния, мы ждем тебя, и только тебя. Похоже, Ния не успевает, ладно, возьмем дело в свои руки. Так. Первый есть, а надо в третий. Каким-то образом успеть попасть. Так, второй. Блин, мы не все равно не успеваем при всем желании. Нет, не успеваю. О, эта штука сама себя отхиливает, цветочек этот дурной. Это вот вообще не клево, что оно так делает. Давай, Пайра. Так. Почти закончили. О, добили наконец-таки, боже. Какое дурацкое растение. Слышь, хотел вот эту рыбу собрать. Что началось-то сразу? Так, бочком, бочком. Это буниты, там же для Драмарха, по-моему, или для кого надо было бунитов поубивать? Или мне показалось? Надо будет сейчас свериться. Или Кора хотела, чтобы мы бунитов избивали. Или не бунитов. Попутал, наверное, что-то. Ну ладно, в бой мы уже ввязались. С этим кролем разберемся. Так. Так.
Все, кролик кончился. И мне вот, мне реально казалось, что кому-то нужны. Так, не тебе. Переса, нет, не тебе. Так, вот, это, нет, нет. Волф, Волф, Кора. А, Игна. А, нет, смотрите, и правда, буниты. Нужны были буниты для Кора. Надо победить еще 5. Видите, не привиделось. Все надо, все как надо. Простите, кролики, вы должны умереть. Во славу Коре. Истребили пачку кролей на ровном месте. Сколько там еще кори осталось? А, убили пачку, а всего 2 засчитали. Ладно. То есть нам надо еще 3. Там сундук он лежит. Come out, come out. Так, надо наверх. А, вот, наверное, вот про вот этот блоухол говорил Ван Дам, которая блокирует нам путь. An ether miasma. Миазма эфирная. Ether miasma. It's a load of poisonous waste products spewed from the Titan's gut. Чем это газа титана? When you get gassy, kind of like that. Is there a way through this thing? I can't see any way round it. Hey, no fear. С этой штукой надо как-то разобраться, потому что сквозь нее просто так не пройти. Rock, mate, you're up. Зато Рок с ней может разобраться. Благодаря тому, что он воздушный Блейд. Видимо, как-то настроен на устранение этих миазмов. Продул ее. Yep, nothing to it. Let's roll. Так, а нам же надо и дальше еще идти. О, какой вид открылся. Это мы, получается, ж оттуда пришли, нет? Возможно, но это не точно совершенно. То есть, мне кажется, надо наверх куда-то идти. Ладно, мы узнаем, куда Ван Дам нас ведет уже с вами в следующей серии. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.